Крепость Азеула. Крепость Азеула, известна также как Аджорская крепость, крепость Агарани или замок Кораглы, находится в Тбилиси на 2 км к югу от поселка Каджори на горе Азеула. Взгляду с крепости открываются большие пространства и красивые виды. Крепость Каджори до 15 века называлась крепостью Агарани. Известно, что Табахмел, Ацалкеси, Шиндиси и Каджори в древние времена назывались Агарани. За все время своего существования крепость сменила 3 названия. Изначальное название Агарани располагается на горе Азеула Триалецких хребет. Потом приняла название Кероглы, сын слепого в переводе с тюркских языков, или Гургули у ираноязычных таджиков. Это герой иранских мифов, это Робин Гуд, убивший хана и построивший в горах крепость-убежище для обездоленных, где живет со своей дружиной, не покоряясь правителя. Именно здесь проходил важный торговый путь, и вдоль этих дорог была построена крепость Агарани. Это название утвердилось 18 века. Вахушти Багратион, известный географ 18 века, называет крепость Каджори Азеула. Крепость построена на вершине высокой горы и была труднодоступна для врагов, но в какой-то момент попала в руки турков. В 1118 году Давид-строитель за один день захватил крепость и через 5 лет пожаловал ее Ивану Орбели. В 1177 году Демна Батонашвили и Ивану Орбели устраивали заговоры в замке Агарани. В том же году царь Георгий после 25-дневной осады взял крепость и оставил во владении своем и царице Тамар. Крепость долгое время считалась летней резиденцией грузинских царей.